Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции «Следующее воспаление века. Блефарит». Кому название непонятно, пожалуйста, анатомию, уважаемые зрители, приоткройте, посмотрите, что такое блефарит. Он бывает двухсторонний и односторонний. Это когда воспаляется века. Это очень неприятное ощущение дискомфорта, которое может сопровождаться тем, что веки бывают, что становятся тяжелыми, покраснениями, начинается боль, зуд, начинается слезоточение, либо у некоторых наоборот, сухость. Вот. Чем нам может помочь акупунктура? Ну, то есть западная медицина нам говорит, это вирусы, это бактерии инфекционные, это слабый иммунитет, это может все привести, что у человека начинается что-то уже хроническое воспаление века, либо хронический блефарит. Сразу говорим, что это небольшая проблема, особенно акупунктура, очень хорошо справляется с этим заболеванием, поверьте моему опыту. И отдаленные точки тонизируются, и человек сразу получает облегчение в данном заболевании. Сразу могу сказать. Частенько мы должны перечислить те меридианы, которые контролируют наши с вами глаза. Вот. Вы должны эти точки, этих меридианов, протонизировать. Сразу говорю. Почему? Потому что отдаленные точки от места дислокации, допустим, той или иной болезни, либо проявления болезни, тонизируется. Данная точка IG6 NLAO тоже что тонизируется, активизируется. Но помимо этой точки, вы можете сюда еще включить в рецепт точки меридиана мочевого пузыря на ногах, на стопнях, тоже тонизировать. Точки желчного пузыря на стопах тонизировать. Точки желудка на стопах тонизировать. Точки тройного обогревателя на верхних конечностях тонизировать. Вот вам, пожалуйста, элементарно просто. Добавить к одной точке еще 4 точки, чтобы получить желаемый результат. Спасибо за внимание.